Дисклеймер. Привет, я Третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить растения против зомби, мод Brutal X, и у нас седьмая глава. Мы до нее очень-очень долго шли. Теперь у нас открылся и магазин, и все остальное все пооткрывалось. Эти звуки постоянно будут? Так, подожди, сначала смотрим в магазине, все ли у нас... А, ну да. Все, что можно было куплено, кстати, грабли на всякий случай возьму. Я не знаю, какой этот уровень правильно будет. Давай так. Фонарь, чтобы останавливать. Так, так, так. Предположим, вот так возьмем. Хотя тут все обычные. Знаешь, я лучше звездочку так возьму. Так, ну я думаю, все. Кабачок на всякий случай. Картофельную мину может. Картофельную мину еще не помешает. Тогда вот так вот сделаем. И вишневая бомба. Вдруг какой-то нежданчик будет. К тому же это дневная карта, правильно? Значит, могил не должно появляться. А итак. Так, картофельные мины пока не буду ставить. Так, это же день, правильно? Да, сверху падают солнышки, все хорошо. Пока ничего нового. Но разве что желтый фильтр сверху добавили на локацию, и все. Так, слышу, идет, идет. Ой-ой-ой, сразу два, это плохо. Ладно, ничего страшного. Главное успеть побольше подсолнухов поставить. И надо было сразу улучшение для двойного подсолнуха брать. Плохо. А, они еще и так быстро будут идти. Настолько быстро. Ладно, давай здесь вот так вот сделаем. Надеюсь, успеет вырасти. Ну, я ж не сильно поздно поставил. Да ну, серьезно? Давай, вырастай уже, не смешно. Наконец-то, молодец. Так, ну давай пока здесь так поставим. Но нижние, конечно, мы пропустили, это обидно. Придется пока так. Давайте побольше солнышек, чтобы быстрее подсолнухи могли. Ага, ага, так, все хорошо, хорошо, хорошо. И нижние, я надеюсь, мы успеем еще одну звездочку взять. Вот этот ряд мы не будем трогать. Там все равно картофельная мина. Че, ради нее напрягаться? Правильно. Так, солнышко, так, так, отлично. А, нет, не отлично, еще одну. Быстрее, быстрее, одно солнышко для морской звезды. Быстрее, молодец, красавчик. Все. Ну, с этим, я надеюсь, справимся. Правильно, правильно. Ну и в центр можно еще морскую звезду поставить, и все. Так, все-все-все, у нас все замечательно. Да, в центр морская звезда, все. Хотя вот с этим не уверен, что справимся. Что едят? Что? Что едят? Что сейчас ели? Так, подождите, вы наглеете. Почему? Так, я вас понял. Делаем пока так. Делаем пока так. Стоять. Так, еще одну морскую звезду, и будет танцор. Слышишь, ты начал их ставить, когда еще даже сам не появился. А, этот быстрый езд, да, так и должно быть. Так, зря я так быстро поставил, надо вентилятор было подать. Хотя, сейчас морские звезды справятся, я уверен. Так, если вообще стрелять... Подожди, а по... Да, по нему урон идет. То я уже засомневался, честно говоря. Так, хорошо, 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 поставили так. Да, все хорошо, ай-яй-яй-яй-яй, ну снизу. Ну, слушай, ну ты давай еще ближе подходи. Че ты, заходи сразу в дом и из дома ставь. Нет, нормально, нормально держимся. Нормально, ты видел, в упор просто пришел. Неадекватный какой-то. Ой, что-то слишком много бегунов. Бегунов и коляскин. Так, подожди. Так вот ставим. Потому что с этим я не уверен, что успею справиться. Хорошо, хорошо, и сейчас снизу ставим. Замечательно, а теперь на ветродуй. Мы уже не успеем накопить, но хотя бы на вишневую бомбу. Но это седьмая глава, правильно? Значит, по идее, тут должно быть сложно. Пока не сложно, вообще. А что? Вы че? Ты видел? А куда дел... Подожди, а что вы забрали? А, ты... Подожди, он забрал морскую звезду. Все, вернул, отлично. Так, стоп, нет, нет, нет. Да, 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 я не знаю, какие эмоции. Я пока не понимаю, что мне делать. Давай так пока сделаем. Ну зря, зря, запаниковал. Запаниковал. Это что было? Он, ну,
Какой зомби конкретно это сделал? Это что, воровство слотов? Это вообще куда где-нибудь? И судя по всему, еще и солнышек, правильно, воровство? Потом... Так, подождите. Хорош туда-сюда петлять. Вот хорошо, что я арбузы сейчас не взял. Взял бы арбузы, и они бы не попадали по вот этим вот. Так, давай, со звездочкой. Фу. Справитесь с этим? О, что-то... А что тут можно мне еще было открыть? Вы угораете, я, скорее всего, уже все. А, этот даже не ест тюк. Так. Так, нет, прекращайте. Прекращайте, это уже не смешно. Так, подожди, я солнышки не успеваю собирать. Стоп. Я вижу, у меня уменьшаются солнышки. Куда они деваются? На что? Из-за кого? А может, это потому что карта такая? Может, оранжевая локация не просто так? Типа намекает, что оранжевый цвет не только бывает... Не знаю, в фотошопе, а еще и солнышки может забирать. Так нет, подождите, подождите. Что-то у вас слишком много. Давайте быстрее танцора грохните. Быстрее, быстрее, быстрее. Молодцы. Я говорю, танцора быстрее грохните, они пошли быстрее. Что ест опять? Так, нет, ага, нет, не надо. Нет, 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 пока все хорошо. Ставим еще одну морскую звезду. Но что-то первый уровень слишком легкий. Такого не должно же быть, правильно? Хотя у нас теперь все растения есть, так что... Тут скорее уже остается только рандом. Как нам повезет, не повезет с рандомом, и все. Ну давай финальную волную. Вообще, вот на изи справлюсь, смотри. С первого раза прошел первый уровень 7 главы. Ну куда это? Ну куда это гнится вообще? Так, ну у меня солнышки заканчиваются. Тварь. Ну хотя бы ветроду и фонарь не тронули. Давай для начала вот так вот сделаем. Смотри, Ветродуй вообще почти не нанес ему урона, нормально? Какого хрена? Хотя толпа огромная была, ты не можешь сказать, что... Да не, мало зомби было, немало. Ну хорошо, выиграли и здорово. Слишком легко, даже для первого уровня, учитывая, ну, глава-то седьмая. Ну хотя бы чуть-чуть бы постарались. Эх. Чувствую, пройду я эту главу вообще за один выпуск. Так, он меня выбьет сейчас, давай быстрее. Вот это я ни разу не использовал, но такое ощущение, что здесь понадобится. Так, да, вообще давай... Да заткнись ты нахер вообще. Так, ну этот, который меняет свое движение, значит, соответственно... Я понял, это чтобы я подумать не мог. Это очень сильно отвлекает. Так, тарзанка с хлебалом. Она суперсильна, значит, надо это... Стоп, а что я убрал, что он мне... Подожди. Стоп, а что я убрал? А, вишневая бомба. Ну ладно, хрен с ним. А зачем я горшок-то беру? Это, видимо, по привычке уже. Мы синюю крышу сколько выпусков проходили? Фу, крышу просто, ночную дневную. Что уже по привычке беру. Так, арбуз. А я не уверен насчет арбуза. Да, ладно, один ряд можно поставить, я думаю. Магнит. Не получится взять магнит, понимаешь? На что я поделаю? Будем надеяться... Стоп, там тарзанка была, я не увидел ее. Нет. А, ну арбуз. У меня, если что, арбуз будет, точно. Что-то я уже слишком быстро испугался. Кстати, мне, по-моему, тут говорили, растения будут новые. И новые зомби. Новых зомби вижу, новых растений пока что нет. Но это всего второй уровень, так что нормально. И то, я надеюсь, что новые растения, это не один вот этот вот цветочек, который, помнишь, что он там делал, ускорял выпадение солнца, все. Вот смотри, сейчас солнышки не забирают. Нет, значит, это какой-то конкретный зомби у меня забирал их. Так, наверное, даже вот сюда вот подсолнухи посажу. А, да, вот здесь вот арбузы, морские звезды, да. Дороговато вышло улучшение, но ладно, это окупится еще. Ну, красавчик, слушай, молодец просто, а? Черт вонючий. Так, давай. Нет, ну это уже близко подошел, это уже наглешь. Нет, стоп, вырастай давай. Наконец-то. Так, у меня ни на арбуз, ни на что не хватает. Давайте-ка арбуз уже начнем ставить. Пора бы, я думаю.
Да, самое удачное, конечно, место выбрал, но что поделать. Так, с этим, допустим, справиться. Вот с этим. Я не уверен, что картофельную мину стоит ставить. Она слишком тормознутая. Очень долго. Она заряжается. Так, давайте быстрее, солнышки. Угу, замечательно. Во-во-во-во-во. Пошло. О, тебя я не заметил. Зараза. Ну, бей, красавчик. Не, давай-ка сделаем вот так вот вообще. Так, еще на эту линию тоже придется что-то ставить. Так, быстрее, арбузы нужны, арбузы. Так, хорошо. Ах ты гад, ну против тебя максимум так вот могу сделать. Хотя надо было поставить мину, проверить, взорвется, нет. Но я сомневаюсь, что взорвалось бы. Фух, успел справиться, а то я уже напрягся немножко. На, похлебал. Ты же этот, ты же тот, ой-ё. С ведром это плохо. Арбуз, я боюсь, не справится с ведром-то. Давайте быстрее. На тебя, падла. Так, нет, все, мне это не нравится. Давай ставим так, во-первых. Надо было сюда поставить, он бы все равно его съел. Во-вторых, так ставим. А, тут два вот этих петуха, смотри. Суперсильных. Так, мы их сняли. Ну, ладно, согласен, тот не суперсильный был, но все-таки. Так, все, замечательно, надеюсь, идет. Ладно, давай так, чтобы задержать его. Ты урон ему вообще наносишь? Во, красавчик, большой арбуз, это хорошо, это правильно. Так, а вот это уже неправильно, что он так наглеет. Подожди! Ну бей, давай, один арбуз, красавчик, хорошо. Так, подожди, вот сейчас уже опасный момент. Нет, надо хотя бы фонарь и один подсолнух, еще один подсолнух. Ставим так. И вот здесь вишневую бомбу надо против газетчика. Нападло. Не по тебе, что ли, большой арбуз прилетел или что? Слушай, ты меня сейчас выбесишь. Ну давай, бей по нему быстрее. Ой. Фух. Фух. Хотя не очень-то и фух. Давай вот так вот, чтоб снизу еще. Ага, красавчик вообще. Если бы ты еще попадал, был бы вообще молодцом. Ну, давай, активнее чуть-чуть. Молодец. Что вы забрали у меня? Я так много растений беру, что я уже не запоминаю просто, что они там забирают у меня. Ой, зомби с подарочком, прикольно. Так, а если... Мне кажется, все-таки вот этот мудила у меня... Да, видишь, арбузы тут не стоит брать. А, это в натуре? Нет, подожди. А что? А, ты же... Ух ты, сука. А тебя-то мы хер уничтожим. Давай так сделаем. Нет, не беги, успокойся, все. Одну звездочку все-таки раздавил, но ладно. Так, мне вот с этим уродом что делать? Я пальму забыл поставить. Да, вот бы мне, конечно, сейчас... Да хорош! Перестань наяривать, подожди. Короче, нападло. Хорошо. Ты в этого попади хотя бы, а. Так, звездочки нужны... Да, надо было звездочки брать на... Че, подъебать меня решила? Это что такое, слышишь? Какой прыгающий шахтер? А, ну его хотя бы снести... А, ну этот, ну... Беги. А, все, мы проиграли, да? Да, зря я арбузы начал ставить. Нам тут арбузы вообще не нужны. Хотя, если бы ледяной поставил... Кстати, ледяной арбуз. И пальмочки ж нужны, понимаешь? Хрен с ним, убираем. Так, ставим ледяной, допустим, арбуз. Пальмы, звездочки. Надо что-то, что уничтожит моментально его. Ну, а, ну у меня за 50 есть, нормально. Ну, как будто бы да, посмотрим. Да, я думаю, ледяной арбуз нормально будет.
Хотя улучшение 175, когда он сам 225 стоит. Да хера. А у меня же есть этот... Тристрел вонючий. Но не тристрел, а который... Скорострел, а потом еще и горохомет. Улучшение. Вот его и тоже можно тут взять, наверное. Хотя да, наверное, его можно и нужно взять. Учитывая, что тут футболист. Хотя, тут скорее магнитов. Парочку магнитов будет идеально. Так, мне не нравится, что они идут. Ну, давай так. Хрен с тобой. Так, ты побыстрее урон. Тут надо 3 арбуза, насколько я помню. Ага. Так, с этим справься. И потом с нижним сейчас справимся еще. Ага, если успеет. Давай так. Так, хорошо. Улучшение надо для подсолнухов. Срочно. Срочно, срочно. Быстрее. 2 подсолнуха надо еще. Ага, снизу такая вот ситуация, да? Тогда сразу ставим за 50, не ждем ничего. Да и там с ведром. Тут магнит 100%. Нужно было магнит брать. Ой. А, я опять улучшение не взял. Что ж такое, я про него забываю все время. Так, и, наверное, лучше сразу ледяного арбуза взять. Хрен с ним, с улучшением. Молодец, красавчик просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, стой. Вот так вот, что-то я не заметил, что он уже неплохо так прошелся. Зараза, успел. Да. Быстрее. Так. Сейчас уже пойдут, сейчас все, вы чё? Так, надо еще. И арбузы, и звездочки, и все нужны. Хорошо, вот так вот. Нет, ты мне не нравишься, подожди. Но ледяной арбуз не спасает. Ой, это же эти мудилы, но только уже не зомби. Ну, ты понял. Нихера себе. Не, знаешь, без магнитов здесь делать даже нечего. Зря я их сразу не взял. Тогда сделаем немножко по-другому. Я даже знаю как. Арбузы нахер убираем. Они здесь бессмысленны. Ставим так, так. После чего пальмочку, наверное, тоже стоит убрать. Я ей все равно нихера не получу. Хотя нет, звездочку берем. И поставим магнит. Но надо еще кофейное зерно вместо чего? Да, вместо тебя можно. Иди в жопу. Так, теперь надо понять, как их проставить. Подсолнух, ряд магнитов и стреляющие. Ой. Все, определились, где что ставить будем. Теперь осталось не проиграть. То, что я на втором уровне долго сижу, на это вообще смотреть не надо, потому что, как ты помнишь, второй уровень каждой главы самый сложный, по идее. Со всей главы я имею в виду, а не со всей игры. Еще и грабли закончились. Замечательно. Так, мне уже нужен скорострел. Сколько он? 175, по-моему. Блять, отойди ты, нихера не видно. Да, 175. Ну, тогда вот сюда, вот где двойной, можно уже поставить. Чтобы двойной не тронули. Да, лучше на двойной сразу еще и улучшение взять. Иначе мы так долго будем. Ой, как замечательно. С шарманкой, еще и с ведром, еще и в трусах, который дед. Шикарно. Че? Так, это дед какой-то очень странный был. Только еще странного деда мне в игре не хватало. А, все, я вспомнил, зачем я этот ряд оставлял. Для магнитов. Сейчас не до них, подожди. Давай-ка остановим пока что.
Чтоб мы хоть что-то из солнышек успели собрать. Да что ж такое-то, а? Успеет хотя бы, но его лучше вперед не подпускать. Нет, стоп, не подходи, я тебе сейчас еще подсолнух поставлю, на, поешь пока. А, магнит, конечно, вовремя сработал, с тобой что делать? А, это что же, типа, дверь считается? Нет, подождите. Вот ты вовремя, конечно, сделал, мудила. Так, подожди, мне нужно улучшение, уже сейчас как бы оно нужно. Ай, не успеваем ничего. А как так получилось, что в первый раз мы все успели, а сейчас ничего не успеваем? То есть тут опять рандом, который все за нас решает, да? Подожди, вот так вот ставим. Прекрати жрать подсолнухи, а? Еще даже ни одного улучшения. Три стрелы везде, конечно, поставили, но улучшения ни одного еще нет. Ага. Так, быстрее. Нет, куда ты жжешь, слышишь? Он, надеюсь, жжет не насквозь. Прожигает. Закали бьете. Так, все, улучшение нужно вот сюда, вот 100%. А, 325, ну, конечно, да, удачи. Конченый ты олень, блядь. Как ты мог не справиться с одним-то зомби? Еще и этот петух прошел. Давай, с этим-то хоть справишься. Спасибо и на том. Ой, бля... А, тут с ведром идет, с полноценным ведром. Ну ладно, с ним-то мы хоть с помощью обычного грохострела справимся сейчас. Блядь, двойной подсолнух задавили, вот уроды, а. Так, ну мы до первой волны добрались, хоть и очень хреново. Только не подсолнухи! Про тебя я забыл. Я про него забыл, значит нам тут арбузы... Фу. Да, арбузы. Просто необходимые. Давай вот так вот, пальма. Фу. Ну не работает. А, вот так же можно. Я поумнее оказался. Это, сука, прыгающий урод, а. Допрыгался. Давай, так. Улучшение вот так вот. Так, нет, все. Прекращай. Нет, давай, справляйся. Молодец, прав. Нет, пальма быстрее. Опа. Успел, ну почти. Ну не сказать, что сильно успел-то. О, нет, только не думай его украсть. Ну, его должны уничтожить хотя бы, я надеюсь. Хотя бы уж его. Так, ну вот этот. Ну там... А, ты и звездочку отбиваешь. Ты настолько хитрожопый. Ну ладно, сейчас вентиль поставлю. Подожди. Сейчас доиграешься, ага. А, ну только тебе похуй, я понял. Не, подожди, сейчас улучшение надо еще поставить. Да что ж такое, а? Ни на что не хватает абсолютно. Давай так... Быстрее. Ага. Да ставься. А чё не хватает? А, солнышек. Опять ты летишь. Ну ты заколебал уже, честное слово. А? Как мне успеть тебя поставить? Ой, а вас даже двое. Подожди. Быстрее. Фонарь. Он еще и летит там, где нельзя летать. Я не то поставил. Но я надеюсь, сейчас вентилятор успею же поставить. Не успею. Я забыл, что они у нас есть. Кошка-мышь. Кошка-мышь. Ну, кошка-мышь. Блять, как же мне этот уровень пройти? Это заткнись ты уже. Пушка, ну пушку кукурузная, это наглёшь, ты чё? С ним мы хер справимся вообще. Ай-яй-яй-яй-яй, не подумал об этом, прикинь, не подумал. Ну, наверное, двойной подсолнух нет, не зря мы берем его. Наверное, все-таки основное оружие не то взяли. А что мы тогда можем взять тут? Ну, арбуз. Ну, он по вот этим вот мимо будет, которые входят такие... Уи-и-и-и. По ним хер попадем. Но их ебать только со вишневой бомбы, что ли? Давай так попробуем. Ну, честно говоря, второй этот уровень все равно, он в целом, легкий. Вот единственное, что понять надо, как ставить. Что ставить, точнее.
потому что тут как бы походу вообще все растения нужны, а все мы не успеваем ставить. Фалоимитатор этот. Точно. И тогда мы сможем справиться, потому что подсолнухи будут у нас. Вот. Точно, точно, точно. В магазине он сколько стоит? 30 тысяч. 30. Значит, нам нужна мини-игра. Мне говорили... Какая-то тут мини-игра зомби. Типа эти, как его, зомби есть? Нет, спасибо, нет. Я с тобой только что заебался. Иди ты нахуй. Мне говорили, какой-то тут уровень, он чисто зомби Йетти идут. Соответственно, так мы можем накопить. А какой из этих? Такое ощущение, что мне говорили, но я забыл. По-моему, говорили, что орех. Да? Но это точно не оно, мы только что проверили. Но это тоже вряд ли оно. Замки. Еще касцены эти. Какой же уровень, говорили, чисто из Йетти будет? Не помню уже. Но нам нужны деньги, чтобы сначала купить вот этот вот имитатор. Ты меня выбесить решил, да? Я тебе говорю... Я говорю, нам сначала монетки надо накопить. Он такой, будешь играть. Ну что, ну тут другого нет ничего. Или может оно еще не открылось у меня. Мне говорили, нажми типа уровень с орехом. Вот с орехом. Может какой-то еще есть уровень с орехом. Это что сейчас было? А, ты угораешь, то есть я должен успевать... Нет, ну тут мы все равно много денег не получим, правильно? Это прикольно, хороший уровень, мне нравится, но нет. Там мы денег много не получим. Интро. То есть это буквально просто интро. Так что, может тут это вот нет. Сейчас, скорее всего, найдем. Если не найдем, ну значит все. Потом поищем. С тремя линиями, но это легко будет пройти. Да, с тремя линиями мы очень легко пройдем это, но нам сейчас не до этого. Надо сначала найти, где эти вонючие зомби Йетти. А может какой-то вот такой вот уровень? Хотя я помню, мы еще вот здесь вот какой-то уровень проходили, он тоже супер легкий. Я помню, он начинался с линии такой согнутой. Сейчас, может, далеко долистал. Так, согнутой. Я помню название примерно. Нет, это не оно. Поменяли название, что ли, сука? Вы че? Да, походу названия поменялись. Да, названия поменялись. А теперь, блядь, попробую угадать, где оно. Это что, зомби Йетти? Нет. Нет, ну я просто не вижу сейчас смысл продолжать, пока мы вот это вот, вот имитатор не купим. Потому что нам нужны солнышки, правильно? Он нам нужен для солнышек, иначе будет проходиться очень тяжело. Я не вижу смысла себе искусственно сейчас усложнять игру. А может как раз таки зомби Йетти, он как-то выглядит вот так вот по-обычному. Но на самом деле он необычный. Бля. А ты, конечно, давай попробуй теперь угадать, кто из них вот скрывается, зомби Йетти. Нет, я думаю, это лучше вот так вот оставить. Короче, я не знаю, в чем прикол. У меня такое ощущение, что тут просто меняют местами мини-игры. Поэтому я не знаю, как я их буду проходить. Ну, потому что я сейчас все пролистал, мини-игру зомби Йетти я так и не нашел, но это допустим. Но проблема в том, что я тут даже не нашел мини-игру, где, помнишь, мы на крыше играли, я случайно два раза ее запустил, где идут много-много зомби, и мини-игра заключается в том, чтобы вентиляторы постоянно кидать. Так я даже ее не нашел. Я реально тут каждую мини-игру, вот каждым уровнем пролистал, и там не было ее, понимаешь? Вот ночная крыша ни разу мне не попалась. Мини-игра. Как так вообще? Я не понимаю. Неужели тут меняются местами мини-игры? Потому что не может быть. Я по несколько раз пролистал каждую. Каждую абсолютно. Я не понимаю, в чем прикол. Ни зомби Йетти я не нашел. Ни ту мини-игру, которую мы уже прошли.
Если они реально тут меняются всеми местами, то хер мы пройдем абсолютно все. Но пока, я не знаю, если ты знаешь, где конкретно находится мини-игра с Йети, ты мне скажи, может, я как-то несколько раз листал и пропустил. Ну, потому что без этого второго имитатора солнца, ой-ой-ой, практически нереально будет пройти этот уровень. Потому что нам нужно вначале сразу очень много солнышек. Я даже готов каким-нибудь там растениям пожертвовать, хрен с ними. А, вот что нам давали, два подарочка, это цветочки, ну понятно, сейчас какое-то растение из игры будет, да? Это... А, кстати, чё я туплю? Вот так поставили и все. Сразу всех. Потому что это странно, ну не может же быть такого, правильно? Я пролистал абсолютно все и нигде не было. Вообще нигде. Такого не может быть просто. Да давай быстрее. Хочу показать тебе, какие тут растения дадут, и все. И на этом будем завершать. Не понимаю. Если они реально всеми местами меняются, как мне тогда понять, в какой мы играли, какой нет? Так, ага, хищник, то есть... Может, нам сейчас попадется новое растение, которое еще не было? Типа из 7 главы? Угу. Нет, ничего нового. Но это странно, потому что я помню, смотри, давай-ка на всякий случай покажу. Вот где-то на 9 мы... Да-да-да, где-то на 9, по-моему, странице, 9-8, была та мини-игра. Прикол в том, что я даже помню, как она начиналась. Она начиналась вот с такой вот приставки. А ее здесь нигде нет, понимаешь? Просто нигде. За что у меня что-то смутное сомнение. Мне сказали, там где мини-игры, еще нажми на орех. Я про все орехом пожамкал. Нет, ни в одном нет у нас этой мини-игры. Вонючий, съедьте. Может, там она маскируется под обычных зомби, но тогда как, бля, каждую запускать я охерею. Короче, на этом все. Я не знаю, напиши, где эта мини-игра. Я не хочу пока сюжет проходить, пока не открою конкретно это растение. Я знаю, с помощью читая можно взломать монетки, но что-то не хочу. Это нечестно, так мы не делаем. Дерево не считается. Я бы просто забил и уже не открывал бы 7 главу, если бы нам надо было честно на дерево накопить. Короче, в любом случае, на этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы увидеть следующую серию. А на этом все. Ну да, я уже сказал, скоро увидимся.